Здравствуйте, на связи Краснова Дина. И в сегодняшнем видео я хочу рассказать, как провести настройку программы 1С Бухгалтерия 8 редакция 2.0 для индивидуального предпринимателя на патенте. В нашем примере наш индивидуальный предприниматель будет оказывать ветеринарные услуги. И для того, чтобы сделать настройку, нам нужно соответствующим образом отредактировать его учетную политику. Для этого на закладке предприятия заходим в учетную политику. Ну, здесь у меня уже заведена с 2012 года на него. Нам нужно добавить с 2013 года. Добавляем, указываем, что это учетная политика с 2013 года. И вот здесь на закладке «Общие сведения» нам нужно поставить галочку, что индивидуальный предприниматель применяет УСН на основе патента. Ставим галочку. Сразу у нас появляется дополнительная строчка для патентов. И также ставим точечку, что у нас упрощенная система. То есть заходим в патенты. И здесь по щелчку вот на эту кнопочку патенты нам нужно добавить патент. Наш с вами, то есть индивидуальный предприниматель, будет оказывать ветеринарные услуги. И патент ему выдан на весь 2013 год. Патент сейчас у нас выдается только в пределах календарного года. То есть от 1 месяца до 12. Нажимаем ОК. У нас патент данный сохраняется в списке патентов с 2013 года. Закрываем. И далее на закладке УСН нам нужно для данного индивидуального предпринимателя указать основной порядок отражения авансов от покупателя. Здесь нам нужно выбрать доходы по патенту ветеринарной услуги. После этого мы нажимаем на кнопочку ОК, и у нас появляется учетная политика, упрощенная и УСН на основе патента. Теперь у нас во всех документах по поступлению денег, давайте возьмем выписку, будет дополнительная строка для отражения именно аванса в налоговом учете. Ну, здесь нам дату надо поменять, естественно, на 2013 год. И здесь у нас доступны к выбору доходы по патенту ветеринарной услуги. То есть вы можете выбирать. Если у вас, соответственно, несколько патентов, тоже также можно отсюда выбирать. Ну, предварительно их все нужно занести в справочник патенты. Вот таким образом можно настроить учетную политику для индивидуального предпринимателя на патенте в программе 1С Бухгалтерия 8 редакция 2.0. С вами была Краснова Дина. До встречи в моих следующих видео.